Сейчас будем варить варк для подготовки клиньев для грядок. Мы сделаем такой полужидкий, немного битума, побольше масла, побольше таких смолистых веществ, полужидкий. И будем в кипящее пускать наши клинья, потом забивать их в землю. Потихоньку варится наш вар. Добавим для аромата подсолнечного масла. Размер колышка, который будет вбиваться для грядки. 60 сантиметров, 30 в глубину уходит в землю, 25 будет держать стенки. А 5 сантиметров? 5 зазор. Туда-сюда. А размеры какие? Размер наших брусков где-то 35 на 40. Да, по одному, по два. До упора вниз. Все, стало уже. Так. Колья пропитываем мастикой. План такой: метр отступаем от нашего патио, вбиваем колья направляющие, на них натягиваем эти самые веревки, и по веревкам уже смотрим, либо сначала колья забиваем, потом шифер, либо сначала шифер, потом колья. Как не это? Получится у тебя, чтобы сначала колья, а потом шифер, это нужно его представлять и аккуратненько глупо. Ну, значит, тогда шифер сначала выставляем по нитке. А потом колья уже, как получается, забиваем. И красим. Его ж надо прикапывать еще, да? Что красить собрался? Шифер внутри и снаружи этим самым известью. Ну, это как дезинфекция. Включаем метр. Здесь 50 сантиметров. Так. Вот это будет начало. Так. 50 сантиметров. Вот она. Вот начало. Тридцать пять отмечаем. Высота грядки будет 25. Пять. 70 прохода, 65 ширина грядки. Вот будет у нас линеечка. Так. И метр еще надо отметить. Вот еще метр. Так. Отметить надо.
Вот так вот, да? Отмечаем следующий край. Все делается из одной точки, потому что если привязываться к уже сделанной грядке, мы в конце концов уйдем так, что они вот так будут гулять. То есть все привязывается к одной точке. Вот наша точка. От нее 10 сантиметров вглубь и все. Метр 80. По внешнему краю. Метр 80. Тут то же самое. Вот наша точка. Не батя. Теперь меряем нашу линейку. Что у нас вот тут? Отточили технологию, теперь мой тадичек все монтирует. Вот что на данном этапе у нас готово. С2. И закончился шифер. На дно выложим несколько слоев газеты картона. На них биологические остатки. И сверху около 10 сантиметров слой земли из проходов. Вот так мы и поступим.
Привезли листья с посадки дубовые. Травяная прашка с прошлого года. Сейчас напополам с водой и будет огонь.